Гоу. И поединок, в котором первый фол теперь для Алекса Курдеча. Ready, go. Алексей контролирует ситуацию. Второй пол. 3-2. И команда Радио. Отличный атакующий движение Алексея переводит руку соперника в проигрышную позицию. Тем не менее, мы видим, что даже стол не стоит на месте. Друзья, один фол для Алексея. Снова неудобное положение для Красимира Костадинова, но тем не менее, теперь он ломает ход событий. Красимир Костадинов победитель этого поединка, а точнее...